Приветище! Это ФНАФ Руины, и мы продолжаем поиски Грегори. Этот засранец уже где-то Грегори? Рядышком. Грегори, ты не можешь прятаться вечно, говорит Рокси. Она еще не успела его найти. Тогда перейдите ее. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мне надо срочно маску надеть. Я сюда зайду и здесь спрячусь от этой Рокси. Рокси у нас слепая, она нас может только услышать. Потому что глаза мы у нее выдрали еще, Грегори. Тихонечко. Ты можешь сразу сдаться. Это вроде как и не хочется. Камера, где я? Где я? Вот, вот где-то мы здесь. Давай мы ее подальше отгоним, вот сюда. Тут есть кто-нибудь? Давай, 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 беги. Беги сюда. Нет, только не говори, что она ко мне пришла. Она возвращается? А с черта ли ты возвращ... Вот это... Еще и этот в маске. Бонни. Кролик. Жевать вас всех металлических и... голографических. А что это она? Подожди, она вроде бы как не глухая, она слепая. Почему она не откликнулась на мой зов? Когда я Грегори позвал. Так, этого здесь нет. Вот сюда вот, иди. Я здесь, ты должна бежать. Вот она пошла, 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 пошла. Молодец. Все, круто. Встала. Давай, иди сюда, говорю. Стоит, не хочет. О, прошла. Ништяк. Проламывай дверь. Дверь ломай, говорю. А, она, наверное, то, что закрыта дверь, она не может... Так, все, я понял, я выхожу. Сраный кролик опять тут рядышком со мной. Ага, значит, идем сюда. Тихонечко. Нет, ты идешь назад? Ты идешь назад! Штопанные волчачьи клыки. Да, волчачьими клыками можно штопать. А, ну тут смотри, что. Эй, пацан, выходи. Мы всего лишь хотим тебе помочь. Здесь я без маски не пройду. А вот Рокси, скорее всего, может пройти, да? Вон она, кстати, ты. Снимай маску. Блин! Мне, пожалуйста, блинчики с джемом. Пересрался, нафиг я маску одел. Отлично! Наконец-то я добился того, что она сломала эту дверь. Последнюю дверь. И она куда-то сваливает. Ага, за мной кролик пришел. Я уже валю, я уже бегу. Сейчас мы тут где-нибудь спрячемся, наверное. Вот, проходим то место, где меня схватили. Отлично. И Рокси где-то здесь тусовалась, но ее уже тут нет. Отстань! Изыди, нечисть! Мне нужна святая вода. Что у нас тут имеется? Прикольно, из робота фонарик сделали. О, еще один. Тут проходик есть. Подождите, стопы. Вот тут наверняка... Вон он спрятан, да. В прошлой серии мне, кстати, говорили, что я в туалете, куда Чики зашла, забыл уборщик убрать. Да, я его заметил тоже на монтаже, но, к сожалению, туда уже не вернулся, поэтому... Ну, пропустил, чё уж. Как бы по-другому никак. Сейчас мы узнаем, здесь ли? О! Меня раздавил карт. Боже мой, что это вообще? Я хочу посмотреть на это еще раз. Давай, заводись. Я сейчас просто в сторону отпрыгну. Опа! Это смешно. Он просто влетел и засыпался коробками. Вот, то, что мне нужно. Сейчас мы отопрем дверь и просто отсюда свалим. Готово, готово. Верни мне мои глаза! Пусти меня, пусти! О, прости. Я ошиблась. Подожди, Рокси... Она все-таки охотится за Грегори, но не за мной. И меня она как бы не готова сожрать, да? А до этого она меня ловила и вполне-таки... Грегори!
Я на гонках, Рокси, ответь, пожалуйста. Я слышу тебя. А ты меня слышишь? Yes. Да, могу. Что случилось? Похоже, что здесь... Все обрушилось. Что-то вырвалось из-под земли, помехи. Не могу выбраться отсюда. Похоже, мне все-таки придется сходить за подмогой или обратиться в полицию. Что? Как это может помочь? На это нет времени. Ладно. Далеко еще? Ты где находишься? Где это место вообще? Тут все такое огромное. Там, внизу. Провал под гоночным треком. Под гоночным треком? Хелпи. Как спуститься туда? В этой области действует защитная блокировка. Чтобы спасти своего друга, тебе придется отключить оставшиеся узлы безопасности в боулинге Бонни и Фазер Бласт. Ну ладно, значит, идем туда. Двери, благо, открываются. Это была вообще гениальная идея, на самом деле, пойти в полицию и не париться. Но нет же, мы будем играть в героев, елки-палки. Да. Будь я ее на месте, я бы после всего увиденного просто помчался бы отсюда в мокрых труханах куда подальше. Куда глаза? О! Здорово! Такой маленький, забавный, с микрофончиком. Еще один уборщик. И детки плачут. Кругом деты плачут. Говорят, что... Ну, в комментариях пишут, что это по громкой связи меня роботы запугивают. Снимем масочку. И пойдем дальше без нее. О, убираешься, молочек, молочек. Опять маску надо надеть. Ничего не пропустили, я надеюсь. Снова тишина. Затишье перед бурей. Я бы сказал. Я так бегаю странно, слушай. Как будто я механический. Или это из-за пола? Ну-ка, маску если снять. А, это из-за маски я так бегаю, понятно. Без маски как бы норм все. Сколько здесь дверей? Ха-ха-ха-ха! А куда это? Как это вообще произошло? Как это вы... Меня что, плющит, что ли? Здесь куча кукол было, и они куда-то свалили. Маску я здесь одеть не могу. А вот здесь бы маска... Погоди. Вот так вот маску я могу надеть. И сейчас... тут двери нету. Нифига себе, вообще дверей нету. О, подарок. Обалдеть, в маске двери нету. Маска Бонни. Забавно. Стой, там вот что-то... Огромный башмак. То есть я маску снимаю, здесь двери появляются, да? Не, подожди. Стой! Как это вообще так вышло? Вот сюда я заходил, да, наверное? Ну-ка. А, так закрыто. А так открыто. Вот скотины, а, эти маленькие плюшевые девчачи. Чача-девчача. Там мы были. Это мы уже, получается, в боулинг-центре. Ну, очень близко к нему. Больше двери нету. Даже. О, подарок. Подарочек! Чуть не пропустил. И страница из комиксов. Это как Грегори убежал. А за Грегори следил другой Грегори, типа. Здесь что-то спрятано должно быть, да? За коробочками? Нет, ничего тут не спрятано. А если... А, и маску тут тоже не снять. Окей. Отсюда я пришел вроде. Все, бежим дальше. Нам прямо наверх. Прямо наверх. Ну, то есть прямо и потом по лестнике наверх. Я вот что имел в виду. Сейчас же кто-нибудь вылезет, да? Здорово. Изыди. Здорово, медведь. Был бы ты полицейским, помог бы мне тут. А, без маски тут никак. Придется ее натянуть. Ладно. Воспользуемся. Силами Бонни. Бонни-Мони. Не слышу, что там кто-то сверху играет в боулинг вообще. Да ты задрал. Надо было морковку притащить с собой. Может быть, прокатил. Ага. О, нифига себе, кто здесь? Ёлки-палки, ты такой маленький. Забавно.
Я тебя огромным видел. И бился с тобой. О, тут узел. Нашелся. Как его зовут-то? Мистер Диджей, да, по-моему? Значит, тут у нас есть четыре провода. Пойдем их искать. А стой. Вот здесь нет же никаких проходов, да? Я сюда просто сверну. Там дальше можно еще пройти. Сейчас пройду, посмотрю. Ну, тут вроде ничего нет такого. Ага, точно. Все, пойдем искать узлы. Кетчуп надо? А я тебе сделаю бутерброд или хот-дог. Если найду здесь непротухшие булочки. О, счет кто-то какой-то делал. Сколько? Тут еще и попкорн есть. Тут можно не слабенько пожить. Еще и топпинги всякие. Или это не топпинги, а какая-то фигня. Как тут выйти-то? Вот так вот. И все, пошли по проводам. Провода, провода, провода. Все они идут туда. О, ничего себе, там отверстие было. Я прям видел, что там отверстие было. Да елки-палки, только маску снял. Из маски тут. А, он сзади меня. Негодяй, тут маску надо снять. Заколебешься, честное слово. Пойдем, подойдем к нашему компику. И что мы здесь видим? О, нифига себе, сколько тут этих диджейчиков маленьких. Угу. Угу. Как бы ничего интересного. Я их должен куда-то... А если сюда нужно? И эта армия злобных диджейчиков пошло. Вот сюда, по идее, они должны идти. Ага, вон они из-за угла выходят. Моя маленькая армия! Прикольно, что ими управлять можно. И что вы тут будете делать? Давайте я вас теперь сюда вот отправлю. Вон они вышли. Идите сюда. Интерком это, конечно, вещица. Но и против меня они тоже используют интерком. Все, тусите тут. А я сейчас попробую как-то куда-то пробраться. Там вон туалет есть. И именно туда идет провод, кстати, походу. Ты живой? Эй, нет. Он не живой. Провод, кстати, сюда не идет. Но тут явно что-то должно быть для меня. Подарочек. Я чувствовал эту золотую Фокси. Окей, идем дальше по проводам. О, ты возвращаешься? Куда ты побежал? Да елки-палки, кролик, отстань. Там вон их сколько, смотри. А чё вы сюда вернулись? Я же вас вроде туда за угол послал. Они что-то таскают. А, у них на руках бейсбольная перчатка, что ли? Или эта тарелка просто так светится? Ну, по идее, вы должны стоять здесь. А они там и стоят. Они не все ушли, что ли? Хм. Ладно, маску сейчас надену, может, где-то... Пройти можно аккуратненько так. Ёлки-палки. Они вообще агрессивны, как думаешь? Кто они вообще такие? Они похожи на диджеев. Так это и есть маленькие диджеи просто. Мне вообще сюда идти, но тут провода вроде нет. А, нет, вот он. Смотри, вот провод. И непонятно, туда ли он. А что вы со мной сделаете, если я... Так, я просто пробегу. Да ладно! Такие маленькие засранцы укокошили меня. Ну, хотя я тоже маленький засранец. Короче, вроде бы как всех поучат. Всех поучат. Вон они все трутся там. Все. Я бегу сюда. Сейчас посмотрю, есть тут что. Вот, куда-то сюда заходит, слушай. Использовать. Это что, башмак, что ли, здоровый? Один узел. Да, это башмак здоровый. Один узел отключили. Второго. Все, теперь нужно обратно позвать этих паукообразных. А, они сюда подошли? Стой, подожди, а что? Я отключил узел, и они отключились, что ли, все вместе? Непонятно. Так. Здесь подарков никаких для меня нету? Случаем. Вроде бы ничего нету. Пусто.
паучки стоят. Ну, по-моему, их стало меньше. Их было тут три. Разве нет? Вот, здесь тоже подвисли. Ну и здорово. Ну и здорово. Так, еще провода. Один идет туда за стенку, другой идет сюда. Надо вот эту дверь открыть. Сейчас будем взламывать. Есть. Там погрузчики, кстати. А, елки в маске. Заблочено все. Хоть музыка есть, и то радует. Уже как-то радостно, слушай, на душе приятно становится. Значит, вон он я. Стою. И для чего у меня тут камера? Кого-то, видимо, пугать. А, вон они тусуются. Угу. И мне их нужно куда-то... куда-то позвать. Наверное, в этот угол. Давай попробуем. Побежали. Один наверху, смотри, тусуется. Самый главный, видимо, у них. Че, вы бежите, нет? Что-то я их не вижу тут. А, вот они прибежали сюда. Вот. Вот, тусуйтесь тут. А я должен мимо них как-то проскочить. Маску тут не надеть. Плохо. Блин, дружище, я тебя отключить не могу, потому что маска не надевается. Так. Мне, видимо, сюда надо. Смотри, электричество. Может их сюда позвать? Это электричество. Вон они тусуются. А я должен с другой стороны обойти все это дело. Вот так вот. И отключить вот эту штуку. Ништяк. Теперь я маску могу нацепить. Блин. Эти диджейчики бегут. Я все-таки думаю, что их можно... Идите сюда, идите. На электрическую вот эту штуку. Посадите их, долбанет. Подойдешь? Давай, давай, давай. Мне им пофиг вообще. Им пофиг. Надо валить отсюда. Черт, я слышу, что сзади кто-то. Бежим, 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 бежим. Вон он. Негодяй какой, бегает за мной. Блин. Один засранец остался наверху. И он тут, короче, сторожит. Он сторожит именно то, что нужно обезвредить. Есть. Все, они отключились. Ну и зашибись. Валим с этой комнаты. Ай, там еще эти диджейчики. Как они меня раздражают, а вообще. Маленькие эти четырехножки. Надо опять найти компьютер. Вот он, кстати, стоит. Да, опа. Ничего себе. Тут у нас что-нибудь есть интересное, нет? Может, глушилка стоит? Опа. Давай-ка вот эти двери откроем. Посмотрим, куда выйдем. Двери открылись, и мы... А, вон оно что. Вокруг. Мы ходим вокруг. Ладно. Блин, глушилку надо найти, потому что тут у нас мойщик стоит. Тогда глушилка где-то там. Появляйся. Вот она, глушилка где. Я даже не знаю, как туда проникнуть, потому что вон там вот где-то я стою. Вот, вот тут вот я стою, получается. Ладно, давай их попробуем сюда позвать. Нет, лучше, лучше вот сюда. Так, они поползли. Сейчас будем наблюдать, куда они поползли. Так, вот они, вот они, вот они. А они сюда ползут, да? Вообще замечательно. Мы просто вокруг обойдем и все. Для этого мы здесь ворота и открыли. Только мне сейчас пидолить, да фига. Выносливость-то у меня вообще ни к черту. Давай. Побежали. Быстрее, 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 пока они не вернулись к глушилке. Бежим все мучи, что у нас есть. Дошли до ворот, приседаем. Вон она, глушилка, я ее уже вижу. Сквозь стекло. И хорошо, что ее тут никто не охраняет. Мячик. Хотел пнуть, но это боулинг-шар. Мог и ногу сломать. Все, мы отключили глушилку и можем теперь одеть маску.
Ох, елки, какой он здоровый тут. Еще один остался узел. Еще один узел. Пойдем его искать. Вот он, последний узел. И мы идем прямо на боулинг-площадку. Блин, ты не к месту, заяц. Нифига себе, да, какая тут дырище. Это не через нее ли нам нужно упасть вниз? А? Как ты думаешь? Ну, как бы, если не надевать маску, то ты не знаешь, из-за чего эта дыра. Если надеть, то ты понимаешь, что тут огромный боулинг-шар. Это прикольно сделано. Ой, ё-моё. Надо найти и этот. Где ж тебя найти? Компьютер. Обошел, короче, боулинг-площадку с другой стороны. Нашел компьютер, вон он. И вон там еще что-то есть, какой-то тайничок. Блин, они прям там трутся. Давай фонарик выключу и сейчас тихонечко попробую подкрасться к компьютеру. Ёлки, как вас там много-то. Блин, прям из-за компа выскочил, я чуть не обосрался, ёлки-палки, ну нельзя же так. Короче, с этими диджеями у меня есть только одна мысля. Их нужно сюда просто заманить и вокруг оббежать. Но есть вероятность, что они успеют вернуться обратно. И не факт, что я всех их... Сейчас попробую, конечно. Так, я подошел к компику аккуратно. И теперь давай их сюда переманим. Так, они куда-то побежали? Они побежали, я тоже побежал. Они прям через мой компик побежали. Что, что я оттуда свалил? Все. Утопала эта армия диджеев. И где-то здесь что-то надо отключить. Вот. Еще одна кегля. Готово. Все узлы отключены. Бежим теперь к основному. Ох, ёлки-палки. Тут еще и пицца добавилась. Ну, хорошо. Блин. Это будет не так-то просто. Но мы справимся, даже. Теперь звездочка. Звездочку надо было по-другому. Погоди, удалить? Удалить? Нет, заяц, не до тебя сейчас. Вообще не самое время. Продолжаем. Значит, пиццу вот так вот я предлагаю. Тут вот так вот. Вот и все, в принципе. Готово. Узел безопасности взломан. Точнее, отключен. Дверка открылась нам сюда. Вот что у нас тут. Глушилка была. О, зарядка для Фредди. Мы его тут заряжали раньше. Ну, не только для Фредди, там, для всех аниматроников. Вот кто, оказывается, кегли расставляет в боулинге. Роботы. Так. Что-то... Что-то мне это напоминает. Отличная работа. Эта вентиляция ведет прямо к Фазер Бласт. Она говорит, нет, я не полезу туда. А вдруг она обрушится или на меня что-нибудь там нападет? О, я поехал, короче. Мне сказали, что это самый короткий путь, я и поехал. Что-то подобрал или не подобрал. Золотой заяц какой-то был. Ну, еще что-то такое золотое, розовое было. О, мойщики. Это мне показывает, сколько я еще не нашел чего, что ли? Двух мойщиков я не нашел. Еще какая-то зеленая игрушка. О, Бонни. Бонни-пум-пони. Ничего себе, красота какая. Меч. Можно его вытащить, не? А без маски что тут? А тут одни тараканы без маски. Скукота. Лучше я в маске похожу. Маска — это розовые очки, елки-палки. Так все прекрасно и замечательно в них смотрится. В этих очках. Ну, то есть в маске.
Опять тишина какая-то. Но это же вентиляция, получается, я пониже лезу, правильно? И вылазю я. Ёлки-палки, что это такое? Похоже, что узлы безопасности находятся здесь, внизу. Фастбластер. Ладно. Пойдем вниз. Ващу, береги свою голову, написано. О, Фредди? Ты слышишь, Фредди говорит, Грегори, это мой, типа, дружбан и все такое. То с одного уха перешептывает на другое ухо. Руки чьи-то. А, это бошки уборщиков. Руки такие, как кресты, правда, но смотрится прикольно. Все, я внизу, я возле фастбластера. Сейчас будет эпично, если Фредди будет за мной гоняться. Так, там подарок? Это подарок? Да, я запалил подарок. Глэм Фредди. Игрушечка. А, прям передо мной, отстань, изыди, нечисть. Ненавижу, когда прям перед глазами появляется. Лучше где-нибудь на расстоянии, на хотя бы вытянуты руки. Ладно, надеваем маску, пошли. О, телепортик. Прикольно. Два проводка. Это что такое? Подожди, почему? Что-то странное очень. А, это типа команда. Это ж фастбластер. Зеленая команда и красная команда. У него шлем зеленый был надет, а я не понял. Проводок, вот проводку. Следуем проводку. Что? Вот это вот? Отключаем. Ага, следующий проводок осталось найти. Тут ничего у нас не спрятано. Фредди там что-то ругается и все ищет Грегори. Так, кажется, нам сюда. Но это не точно. Вон, проводок я запалил. Давай-давай-давай. Подарочек еще один. Ланчбокс Фокси. Чтобы... А, прикинь, тут нельзя, короче, маску снять. Это не есть хорошо. Так. Куда-то сюда. Вот. Нашел. Есть, все, отключил. Теперь к основному узлу надо бежать. Мы что-то пройдем, правильно? Я единственное забыл, где снова узел. В самом начале, но как-то... Ах ты ж, засранец. Блин, ты мне дашь пройти или нет? Я запутался, вот. Нет, это плохая идея. Здесь надо выбираться как-то отсюда. Ё-моё, он же сейчас меня достанет. Он достанет меня сейчас. Надо бежать, вот сюда бежать. Прям за мной. Надо, короче, круг навернуть тут. Запутать его. Либо здесь глушилка где-то есть, которую я не нашел. И он меня сейчас по-любому догонит. Этот черт. Давай. Сюда подойди. Смотри, он, кстати... О, подошел. Я думал, он застрял. Сейчас сам застряну тут. Выносливость кончилась, девочка не очень вынослива. Давай. Компику. Так, показывай. Что там? Ёлки-палки, что так много-то? Блин, да нет, он меня сейчас поймает, он уже где-то здесь. А маску я снять не могу, бежим! Короче, где-то глушилка должна быть. О, он заглючил, смотри. Прикол. Хорошо. Это мне на руку. Я сейчас тут тогда поищу глушилку, если она тут есть, в принципе. Хм. Где-то в каком-то закутке она явно тут должна быть. Либо, ну, ты физически просто никак не успеешь отключить все узлы и потом пойти к основному и там еще в игру эту сыграть сраную, чтобы отключить его. Это очень много времени требует. Так, он на меня смотрит. Не, ну тут как бы нет этого. Здесь нет глушилки. Нифига себе, очень сложное задание. И хорошо, что он заглючил.
В данном случае это мне на руку. Этот баг. Еще музыка такая нагнетающая. Что-то происходит со мной или что? Так, я тут проскочу. Вот так вот. Вот. Давай, 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 давай. Пошли, музыка прям вообще меня раздражает. Так, пицца, 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 пицца сюда. Это вот сюда. Фу. Нет, это не так. Чё, в смысле? А, он меня... Не понял. Вообще не понял. Я... То ли меня заяц поймал, то ли меня диджейчики маленькие поймали. Кто меня поймал, а? Откуда они вообще там взялись, эти диджейчики? Готово, я взломал все узлы, зашибись. Так, это я все взломал, но маску снять я все равно не могу. Так, а где-то дверь? А, ну вот, портал же открылся, да? Вот она, эта глушилка чертова. Все. Все отключили, можно маску снять. Фух. Так. Фредди! Фредди, ты в порядке? Okay? Пожалуйста, работай. Ёлки-палки, он без башки. Чё, надо валить? Беги. Не, ну, поскольку он без башки, понятно, что у него с головой не все в порядке, он не ладит с ней. Чёрт, он прям так близко. Ага, прям очень близко. В догоняшечки играем, забавно. Я хоть правильно вообще бегу? Сейчас в тупичок какой-нибудь забегу, и все, и хана мне. Не догонишь, не догонишь. Ну все, он уже меня не догнал. О, вот ингибитор. Че, кто быстрее, типа? Отключил ингибитор. Че, маску надо надеть? О, в маске я его не вижу. Прикол. Странно как-то это все очень. Ну, вроде бы как мы убежали от него. И снова в вентиляцию. Направо или... А, тут тупик. Значит, направо. Ну, нет, только тебя здесь не хватало. Ой-ой-ой-ой, побежали. Мы можем бежать, да. На корточках и бежим. Что это музыка бесячая, раздражающая его. Типа, мы друзья, я ничего тебе не сделаю, давай поиграем вместе. Я лишь откушу тебе ноги и руки, а потом в конце голову. Все. Выбрались. Ну ты же сюда не полезешь, правильно? Ага, он развернулся. Как в Original Game. Сейчас еще и здесь вылезет где-нибудь это четырехногое существо, диджей. Тут слишком маленькая вентиляция. О! Давно не было! Мир подгружается. Ладно, попечем пока пиццу. Готово. Маску можно снять. Пожалуй, я пока без масочки поброжу здесь. Можно вот в эту дверь зайти. Но я видел, что здесь стенка какая-то была. Вот. Сломана. Подарочек. Ланчбокс Фредди. Ну круто. Уже два ланчбокса себе нарыл тут. Так. Там тупик. Там тупик. Наверное, маску надо снять. Ага. А, тут вон что. Все, я. Кромешная тишина. Место для проведения праздников. Кэсси, ты меня слышишь?
Наконец-то сигнал наладился. Грегори, я отключила все узлы безопасности. Сейчас я в гараже для вечеринок Рокси. Еще далеко? Почти. Остался всего один, последний узел, вход подземного уровня. Где? Последний узел Рокси. Ты должна отключить ее. Но отключи ее и спаси меня. Спаси меня, Кейси. Пожалуйста, тут так темно. Блин, еще один узел. Ёлки-палки, сколько их? Он задрал меня мотать. Туда-сюда. Ну вот, мы как раз у гонок Рокси, и где-то здесь должен быть узел. Интересно, кто за мной здесь будет гоняться? Фредди или Рокси? Ну, Рокси, кстати, мне писали в комментариях, что она добрая, но учитывая, как она меня пару раз уже схомячила, но ее можно оправдать, поскольку в конце она меня чуть не поймала и сказала, а, это не ты, типа, Грегори, тогда ладно. И дверь закрылась. Хорошо. Мне кажется, что тут что-то должно быть, и я все это пропустил, прошел. Да, прям вот чуйка меня не подвела. Ланчбокс Бонни. Еще должен быть с Рокси и еще какой-то там с крокодайлом. Там вроде назад уже нет смысла возвращаться. Давай, кстати, посмотрим, что у меня там в инвентаре. Какие ланчбоксы я набрал. Картиночки. Похоже, что это рисовал Грегори. Здесь что? Наверняка Грегори видел эту маску раньше, это мы читали. Вот, у меня есть Фредди, ланчбокс с Бонни и Фокси. Ага, ну ладно. Так, значит так, все, пошли. Где это я? Непонятно пока ничего. Вроде бы как и мы на картах, но в то же время и нет. А чё вы такие зеленые? Рокси придавила, Рокси. Что ли? Рокси. Кейси, Кейси! С возвращением, Кейси! Ты помнишь меня? А, она без маски не болтает. Твой особенный день. Я помню твой особенный день. Тебе все еще нравится морковный торт? Прошло довольно много времени с нашей последней встречи. Если память мне не изменяет, он 11 числа. Я запомнила, потому что ты номер один. Дважды. Ты уже забронила место для вечеринок? На этот раз твои друзья придут, я уверена. Блин, это так забавно. И мило. Чертовски мило. Напомнит мой день рождения. Кейси, что ты делаешь? Я буду чинить ей глаза, которых нет. Мне очень жаль. Я обожаю морковный торт. С днем рождения, Кейси. Рокси, прости меня. Прости. А, я отключил Рокси. Ну, в принципе, ей так будет лучше на самом-то деле. Но это было круто, конечно, то, что она такая... Я знаю тебя, я помню твою днюшечку. Это очень дорого стоит на самом деле. И я так полагаю, что Кейси обделена друзьями, потому что, видишь, на прошлый день рождения никто к ней не пришел. И Рокси это тоже помнил. Так. Куда мне пойти? Там проход? Нет, там не проход. А, вон дверь. Ну да, вроде как сюда. Прекрасно. Это был последний узел безопасности. Мне удалось найти источник радиосигнала твоего друга. Он находится под гоночным треком. Внимание, ты покидаешь зону покрытия сети Вани. А, ну ок. Значит, маску я уже не надену. Ну, по идее, мы спускаемся сейчас под гоночный трек. И тут должны встретить Грегори. Но! Комментарии мне все проспойлерили. И я уже знаю, что тут будет. Ну, как бы, не совсем. Кейси плачет. Я знаю, кого мы здесь найдем. Но спойлерить тебе, если ты не в курсе, я не буду.
атмосферненько. На самом деле, вот этот звук с эхом стучащих каблучков мне дико нравится. А вот кнопка. Кейси плачет из-за того, что она Рокси отключила. Наверное. Лифт уже еле дышит на ладом и музычку играет эту веселую, искривленную, искаженную. О, приехали. Ох, елки. Нифига себе. Кейси, ты уверена, что нам стоит здесь бродить? Кейси чертовски расстроена, ей как бы сейчас вообще пофиг на все, я так полагаю, да? Нам точно стоит сюда суваться? Провода, кстати, идут именно здесь, по этому туннелю. Ощущение, что прополз какой-то огромный червяк тут. Откуда корни, я не понимаю. Мы очень глубоко, здесь не может быть корней деревьев. Вода. Грунтовые воды, что ли, капают, или что? Грибочки светящиеся, радиационные. Ух ты, нифига себе. Прикольное место, красиво тут. Может, тут Грегори подарочек для меня где-нибудь спрятал? А водичку можно? О, можно по воде. Прикольно. Нет, нет, нет. Давай же, работай. Дурацкий фонарик. Ну вот, еще и без фонаря остался. Давай помоемся, а то от нас воняет потом. Перед Грегори же надо нормально себе прихорошить, привести себя в порядок. Угу. Это какой-то склад. Подарок. Грегори все-таки оставил мне здесь подарок. Фаз-жетон. Если я выживу и когда-нибудь вернусь сюда, хотя я бы на ее месте никогда бы сюда уже больше не возвращался, я этот фаз-жетончик бы потратил. Еще фаз-жетон. Наверное, мы сейчас его используем, скорее всего. О, а это что за рухлядь? Конфетный кадет. Я конфетный кадет. Подходите, берите конфеты. Есть? Можно их целый день, каждый день. Конфеты, 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 конфетные конфеты. Сейчас я расскажу тебе историю о маленьком мальчике, который жил со своей мамой в хижине в темном лесу. Ну и где история-то, елки-палки? В лесу обитало чудовище, но мама поймала его и заперла в подвале. Все, это вся история? Я надеялся тут на часовую какую-нибудь. История такая себе, конечно. Очень короткая и быстро. Удивительно, откуда тут электричество, конечно. Кто-то его сюда провел, видимо. О, зарядка! Нифига себе. Подожди, а вон тут, вот эту дверку я не промыл. Хм. Почему тут кругом горелки? Прямо как в духовке. О, подарок еще есть. Нет, только не говорите, что тут сейчас две двери, которые мне нужно выбрать, и тут будет две концовки. Давай я вот за подарочком зайду. Так, вас же то. Ну слушай, ну вроде бы это... Все нормально. Я думал, сейчас печка включится и меня зажарит. Но нет, все ок. Здесь тоже вон такая же история. Вентиляцию вижу. В заряднике вроде никого. Ну, хотя, может, отсвечивает из стекла, тоже непонятно. Так. Что, мне сюда, что ли? Или тут вот еще дверка есть? Ага. Подожди, а вентиляцию можно вообще реально туда залезть?
Не, походу никак. Ладно. Ух. Еще один подарок. Наверное, тоже жетон. Не, страница из комиксов. Так, и что? Что это вообще такое? Ну, я так полагаю, это Фредди и Бонни. Либо два Фредди, просто один без камуфляжа, своего красивого, другой в черном камуфляже, ну, то есть уже в убитом. Дверь открыта. Еще глубже спуститься? Мы что, к центру Земли движемся или как? Ох, елки, я ж потом отсюда не выберусь, наверное. Снова грибочки радиационные. Да по-любому меня глючит, меня плющит конкретно. А, сейчас я местоположение сменю своего пятого предпопия. Поскольку тут радиация, светятся грибы, вот это все может мне газаться и галлюционировать. В рюкзак не заглянуть. Ага. Какая здоровая махина. Ладно, давай это все врубать. Начнем с нижнего, наверное. Ох ты, елки-палки. Что произошло-то вообще с тобой, погрузчик? О, так я маску... Подожди, мне же сказали, что тут ничего не будет работать. Короче, оказывается, когда мы заходим сюда, тут активируется маска, и по всей видимости она нам нужна. Да, вот с этим компьютером надо взаимодействовать. Протоколы безопасности отключены. Продолжить? Да. Прикольно. Грегори, ты в порядке? А Грегори молчит. А Бонни засосала в сервак обратно. Круто. Так. Это уже синематик пошел. Ты спасла меня. Ты спасла меня. Грегори? Я Грегори. Ты не Грегори. Что ты такое? What are you? Я Грегори. Я Грегори. Кэсси, убирайся отсюда, беги! Рокси, я же вроде ее отключил. Кэсси, ты меня слышишь? Грегори, это действительно ты? То есть, на самом деле ты? Я пытаюсь связаться с тобой всю ночь. Пиццеплекси что-то морочит тебе голову. Ты немного опоздал. Точь-в-точь, как у тебя голос был. Тут кто-то мне что-то говорил, шептал. Ты... Есть кто-то еще, кроме меня? Как это произошло? У моей подруги есть план задания. Следуй инструкциям. Я, короче, не успел прочитать, что вообще произошло. Но главное, что у Грегори есть... У настоящего. Блин, это все, это жопа. Куда бежать-то? Вот сюда. Главное, что у настоящего Грегори есть план. У знакомой был чертеж. Он говорит, куда мне бежать, но я, походу, не туда побежал. Она у тебя за спиной. Да я чувствую, что у меня пятая точка прогорает. Короче, Грегори нашел у знакомой план пиццеплекса, и теперь он мне показывает, куда бежать по рации. И это круто. Быстрее! Я бегу как могу. Ты почти на месте. Дальше куда? Направо, наверное? О, вот дверь, кстати. Блин, там компик. Его надо разблокировать. Какой-то высокий. Блин, я пока разблокирую, это меня уже сожрут. Не успеваю. Есть. Бежим, быстро. Ой, как он далеко еще был-то.
Кто это такой? Что это за аниматроник? Похоже на солнце-луну. Кэсси, это я. Думаю, я должен кое-что объяснить. Ты не должна была приходить в пиццаплекс. Это существо провело тебя. Я не знаю, что это такое, но оно заперто здесь уже очень давно. Программа безопасности СУБМХ была создана для его подавления, но ты отключила защиту. Теперь оно на свободе. Ты не виновата. Я знаю, что ты пошла туда ради меня, чтобы спасти меня. Но нельзя допустить, чтобы оно пошло за нами. Прости. Лифт падает. Грегори, нет! Что-то я вообще не понял. Нафига мне сейчас Грегори помогал убежать от него? И тут же обрубает лифт, чтобы я умер, что ли, или что? Дико интересно, но ничего не понятно. Но с другой стороны, он это сделал, как он сказал, чтобы спасти других, чтобы это чудовище не выбралось. В общем, непонятно. Пиши свои догадки в комментариях, что думаешь по этому поводу. А на этом все. Это был финал. Спасибо, что смотрел. Если тебе понравилось, ставь лайки и подписывайся на канал, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующих роликов, на которых мы с тобой и увидимся. Так что до встречи.